Это мы находимся внизу панорамы. Как она правильно называется? Панорама обороны Севастополя. Ну, это так вот уже для отдыха. Тех, кто прошел эту экскурсию, вот такой фонтан. Но как мне объяснили, что фонтан тоже непростой. Вот два фонтана около этой панорамы, вот первый, там еще один есть, кто-то помощнее, скажем так. Они служат для охлаждения всего этого здания панорамы. Я сейчас его покажу. Для поддержания влажности, да, внутри этой панорамы. Вот я показываю очень плотно, насколько это будет видно. Вот здесь у нас все культуры крупных, вот мельников, всех адмиралов, которые участвовали в этой битве. Сражение. Ну вот насколько ясно я покажу, я сомневаюсь, но вот какое-то впечатление все равно есть. Очень мощное такое значительное сооружение, конечно. Во всяком случае, принято все, что все, кто бывает в Севастополе, они обязательно здесь должны побывать. И, наверное, так оно и происходит, они и бывают, наверное. Вот такой вот кусочек Севастополя. Исторический такой вот, да. Называется исторический бульвар. А, это исторический бульвар, да. Я уже говорил, что история в Севастополе, она очень густо здесь расположена. В любом месте ковырни, и это будет уже история. Сколько металла это на один? Больше тонны на один квадратный метр. Больше тонны металла на один квадратный метр, это когда мы это говорим о чем? О чем мы имеем в виду? Это тренирование. У меня виден металл, который бомбы, снаряды и все остальное. Да. Вот такой он Севастополь. Он всем, весь стоит на металле войны, можно сказать. На костях. Ну и на костях тоже. На косе, наверное, еще больше, чем металла.